Открытый городской турнир по вольной борьбе среди юношей прошел в поселке Новый Хушет. Соревнования посвятили памяти олимпийского чемпиона Владимира Юмина. Наибольшее количество, это 4 золотые медали, завоевали представители Махачкалы. Все детали у Дана Шугома. Для ученика 5 класса 6 школы поселка Новый Хушет Махача Адахановы участие на турнире имени Владимира Юмина стало вторым. В прошлом году подопечный Ильяса Ахмедова занял первое место, а теперь замкнул тройку призеров. Я боролся 4 схватки. Самая сложная схватка была в финале. Я делал проход ноги и заходил за спину, потому что я после тренировок всегда это отрабатываю. Более успешно выступили его партнеры по команде Махачкалы. В их активе 4 золотые медали. 3 раза первенствовали спортсмены из сел Улуби-Аул и Гели Карабудахенского района. И одна награда высшей пробы отправилась в населенный пункт Цуриб Чародинского района. Всего же обладатели 8 комплектов наград определили 130 участников. Этот турнир уже, о нем уже многие знают, и все хотят на нем принять участие. И, конечно, сюда приезжают только сильные ребята, потому что слабым здесь и не пройти. Второй турнир отличается, конечно, чуть большим размахом, чем первый. Это, во-первых, количество людей, количество районов, команд приглашенных у нас есть. И призами, и такими организационными моментами. По словам организаторов турнира, в соревнованиях участвовали 25 команд, в числе которых за призовые места боролись гости из Астрахани, Кизилюрта и Хасавюртовского района. Дан Шугом, Махарбек Амариев, Рамазан Амаров. Время новостей. Поселок Новый Хушет.